Привет всем, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем строить. Сегодня я покажу, как построить машины две из лего. Вот, начнем. А начнем мы с бура. Вот все детальки. И, конечно же, с нами наш хомячок, помощник хомячок. Хомяк! Хомяк! Ой-ой-ой! Так. И мы строим для него. Так. Сначала берем колеса. И сюда мы ставим вот такую детальку. Затем мы ставим сюда вот такую детальку. А затем ставим вот такую нормальную деталь. Потом мы сюда ставим вот такую желтую. Отлично. И вот такую крышечку, под которой будет сидеть наш хомяк. Далее собираем вот это. Берем такую штуку и вот такую. И скрепляем их вот так. Потом берем вот такую штуку. А, да, сюда еще надо вот такую штуку поставить. Берем вот такую штуку. Ставим ее вот так. Вот все отлично. А теперь вот надо взять вот такую, поставить ее вот сюда и эту поставить вот сюда. Потом надо поставить сюда такую черную. Потом затем поставить большую шестеренку серую. Она самая большая, поменьше черную и, конечно же, поменьше серую. Отлично. Вот. Все, мы его можем отложить. Далее сделаем вот такую джип. Вот. Для хомячка. Хоба-хоба-хоба. Возьмем вот такую штуку. Прикрепим ее вот сюда. Возьмем вот такую. Прицепим какой-то стороной. Да, вот. Вот сюда, потом возьмем вот эту, прицепим вот сюда. Возьмем теперь так вот. Сейчас. Да, вот это. Такой склон. Вот, нормально. Всё. Можем это отложить. Теперь легкая конструкция. Берем, скрепляем две. Одну такую с одной такой. И делаем, ой, вот таких вот, две конструкции, вот таких вот, вот, две конструкции. Вот, сделали таких две, убираем их в сторону. Берем вот такую, ставим вот сюда, ну не обязательно с такой наклейкой, это я сам приклеил, у меня просто коллектор наклеил. Есть. Вот. И сюда вот такую еще одну. Потом эту прикрепляем вот сюда. Вот так вот. Делаем. Потом вот эту ставим сюда. Вот так вот делаем. И вот наш джип готов. Хомяча. А, хомяча, ты скажешь спасибо? Спасибо. Спасибо. Хоба. Хоба. И вот. Сейчас Хома прокатится на этом джипе. Хоба. И сейчас Хома прокатится на буре.